Бразилец Вагнер Фигуэредо де Лима и его конь Серено были лучшими друзьями, пока де Лима неожиданно не погиб в автокатастрофе. Брат погибшего, Ванда, зная, как много значил Серено для его брата, привел коня на похороны де Лимы, и произошло невероятное. Серено как будто понимал, что происходит, и хотел попрощаться, рассказал Ванду. Трогательная сцена прощания коня с любимым хозяином никого не оставила равнодушным. Конь и его хозяин были лучшими друзьями, пока Вагнер Фигуэредо де Лима не погиб в автокатастрофе. Вандо, брат де Лимы, решил, что любимый конь погибшего брата должен присутствовать на похоронах, и Серено словно понял, зачем его пригласили на траурную церемонию. «Серено, кажется, все понимал и тоже хотел проститься с хозяином», — говорит Вандо. Серено стал ходить вокруг гроба, долго нюхал его, потом поднял голову и заржал, рассказал один из очевидцев. Было видно, что его обуревают сильные чувства. Все, кто там был, были тронуты, я сам не смог сдержать слез. Затем Серено, остановившись у гроба, склонился к нему и прижал голову к последнему пристанищу своего хозяина, словно прощаясь с ним навсегда. «Всю дорогу до кладбища Серено плакал и бил копытами о землю», – рассказывает Ванду. «Теперь, после смерти хозяина, Серено будет жить в семье Ванду, который поклялся себе окружить его любовью до конца жизни, обеспечить ему уютный дом и все, что необходимо для счастливой жизни. Для Ванду забота о коне станет данью памяти брата. Серено был для него всем», – утверждает он. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.